Хей, друг, подожди, не перематывай. Я советую тебе подписаться на этот канал, ведь она снимает клевые видосики по мини-играм, выживанию и многое другое. А иногда даже по Фортнайту. Подписывайся, ссылочка будет в описании. Привет, Коди. Аннабель. Я очень рада тебя видеть. А, ты не знаешь, где Изя? Вы вроде вместе теперь работаете. Да, он... Да, я знаю, что он обижен. Я должна ему кое-что сказать. Что-то очень важное. Он... У него будет сын. Ого. Поздравляю. Спасибо, Коди. Так что, где Изя? Он сейчас на задании. Передай ему, пожалуйста, чтобы позвонил. Хорошо. Пока. Давай. Черт. Коди, а ты чего тут? Нэнси, можно зайти? А что случилось? Пойдем лучше на улицу. Ко мне Аннабель приходила. Что? Ну, бывшая девушка Изи. И? Она беременна. Что? Ну и и как она? Я не смог ей сказать. Что же теперь делать? Ребят, все вы знаете то, что «Сумерки» рано или поздно закончатся и настанет череда нового сериала. Так вот, я уже начала задумываться о том, какой сериал сделать. Пожалуйста, прямо сейчас напишите в комментариях вашу идею. Вы можете взять за идею какой-то прикольный, популярный сериал или фильм, а также лайкайте комментарии, которые вам понравились. И не забудьте поставить лайк, чтобы вышла новая серия. Спасибо вам! Как ей сообщить? Беременным же нельзя волноваться. Не волнуйся, я сама сообщу ей. Вы молодцы, вы справились. Мне... Очень жаль, что не все смогли вернуться. Изи справился. Он стал человеком с добрым сердцем. Он пытался убить демона. Он хотел ведь спасти нас. Я до последнего не верил. Какой же я был дурак. Его не вернуть, но он навсегда останется в нашей памяти. Я в раю... Собачки! Теперь мне кажется, что смерть это не так уж и плохо. Упс, ты, кажется, попал не туда. Это рай для собак. Где Джон? Где кофе? Кофе лежит в больнице с отравлением, а Джон с ним. Он в порядке? Да, более-менее. Врачи говорят, что через пару дней его выпишут. Что с другими выжившими? Они в той же больнице. Одна девушка с отравлением, ее сестра тоже. А они уедут в Ривердейл, как только смогут. А еще Сэнди будет. Ты же ведь с ней в больнице вроде был. Как она? Но она, конечно, в шоке от всего того, но физически здорова. Она из Блутауна. И, кстати, я не знаю, совпадение это или нет, но она живет в поселке Техас. Прямо в доме Адама. В том самом? Да, она выкупила дом не так давно. А она, ну, хотя бы знает? Нет, она не знает. Ким, а ты где была? Я в магазин ходила. А где продукты? Ой, кажется, в магазине забыла. Да, ты как обычно. Машка-растеряшка. Я пошел кофе, может, со мной? Не, я пойду, вернусь в магазин за продуктами. Ну ладно, я пошел, иди обниму. Блин, опять телефон сдох. Можешь ждать позвонить? Кому? Врачу, спрошу, может что-то принести брату. Хорошо, держи.
А это еще что такое? Джон, ты не так все понял. Дай телефон. Ты опять? Ким, ты обещала больше не видеться с ним. Джон, пожалуйста, прекрати. Прости меня. Пошли в Red Club, там мы давно не были. А погнали, почему бы и нет. Смотри, какие чики. Может, познакомимся? Вильям, у тебя же Джесси. Ну, так я это, для тебя. Ну, не знаю. Да забудь ты уже Нэнси, она тебя отшила. Тебе ничего с ней не светит. Да мне вообще кажется, что она из этих. Из этих? Ну да, она розовая. Фу, дурак что ли? Ну а что она? Спенсер отказал, а тебе отказал. Ну так что? А, ну да, пошли. Вы такие классные. Спасибо. Девчонки, а может к нам? Не, я пас, меня муж дома ждет. А, я не против, пошлите. Джон, может ты прогуляешься? Чего? Ну, я и Ким. Алло, у тебя девушка есть. Но Ким-то лучше. Ты ее знаешь часа два. И? Ладно, делай что хочешь. Вильям, ты дома? Вильям, я принес инструменты. Ким? Ким, что с тобой? Мы поссорились с Вилли. Почему? Мы отмечали наш месяц отношений. Он напился. Начал меня оскорблять. А когда я хотела идти к родителям, он... Он ударил меня. Что? Так, ты не плачь, я разберусь с ним. Не ожидал тут тебя увидеть, друг. Адам? Escape this wonder what my fate is. Ignore the warning signs. Sweet dreams are ever easy racing.